используют практически на все выездные дегустации, они являются универсальны как для белых, так и для красных вин. Эту закуску я скоммуниздила у мамы, немножко усовершенствовав ее, а моя мама скоммуниздила ее у греков. Есть такое блюдо, как дадзаки или цацаки. Вообще, это холодная закуска из йогурта, свежего огурца и чеснока. Но не рекомендуется использовать чеснок или чили-перец в закусках, которые сопровождаются к вину, потому что данные продукты, они очень сильно убивают вкус самого напитка. Поэтому мы внесли легкие коррективы, и что у нас получилось по итогу. Итак, что нам понадобится? Нам понадобится зернистый творог в сливках. Но сливки рекомендуется все-таки убрать из творога максимально, насколько это возможно. Я это уже сделала, как я это делала, я показывать не буду, скажу только одно, что кухня у меня до сих пор засрана. Это можно сделать, собственно, через марлю. Далее, нам понадобятся маринованные огурчики, либо это может быть соленый огурчик. Все зависит от ваших предпочтений. Дальше, что нам нужно? Нам нужна зелень, желательно кинза и немножко укропчика. И нам понадобятся тарталетки. Вот такие тарталеточки, симпатичные, хорошенькие. Вот туда мы будем класть нашу закуску. Итак, все очень просто. Берем, нарезаем огурчики. Сейчас я жопу поснимаю у них. Так. И меленько-меленько режем огурцы. Вообще, по времени у вас эта закуска займет, ну, максимум 5 минут. Самое долгое, пожалуй, это отжимать творог. Творог не рекомендуется брать обычный, а именно в сливках, просто потому что закуска не получится сочной. А сливки, они все-таки дают легкую такую сочность. Нарезаем миленько-миленько огурики. Прям настолько мелко, насколько можете. Огурчик отлично будет сочетаться с творогом, зеленью и с вином. Так. Вообще, это еще очень классная закуска, ее можно назвать такой весенней. Ее не обязательно подавать вот в корзинках, ее можно подавать и на белой булочке. Эту основу, которую мы сейчас приготовим, она называется что-то вроде спреда. Спред — это такая как мазилка на что-то. Так, есть у нас огурчики. Добавляем все это в нашу тарелочку. Супер! Огурцы есть. Далее. Берем зелень. И также миленько-миленько шинкуем. Или просто петрушку, но сочетание кинзы с петрушкой все-таки делает эту закуску более ароматной. Зелени я беру как можно больше, чтобы чувствовался вот этот вот весенний, чтобы чувствовался вот этот весенний вкус. Эх, весна, весна, красна. Так, закинули. Теперь во все это дело добавляем творог. Отжатый творог. Я делаю чуть-чуть, чтобы, собственно, вам показать. Ой, запах-то такой стоит. Огурцов, зелени. Бомба. Творог мы перемешали. И теперь все это дело надо немножко посолить. И чуть-чуть добавить перца, потому что перец у нас еще будет в самом конце. Совсем каплю. И все это перемешиваем. Чинить тарталеточки. Берем тарталеточку и закидываем в нее вот эту основу. Лучше всего начинять где-то за 30-40 минут до прихода гостей, потому что все равно все сливки вы не отжали до конца из творога, и творог может просто размягчить тарталетку, поэтому это делается очень быстро. Буквально 1,5 чайной ложечки закидывается. Вот. Таня. Первый пошел. Второй пошел. Как в анекдоте. Третий пошел. Парашютики не забываем. Не забываем. Так. Теперь мы делаем красивую подачу на тарелке. Видите, все на самом деле очень просто, но дело в том, что есть такое понятие, как впадло. И поэтому после карантина вы всегда можете заказать такого рода закусочки от нашей компании gourmetshop.ru. И в конце мы добавляем немножко перца. И вот что у нас получилось. Бон аппетит!